Министерство обороны России опубликовало новые кадры из зоны СВО. Ночью 15 августа подразделениями разведки Ивановского соединения ВДВ с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружен опорный пункт ВСУ на северной окраине Артемовска. На видео ивановские десантники точным залповым огнем из комплекса «Корнет» уничтожают диверсионно-разведывательную группу противника. После этого расчет покинул огневую позицию во избежание ответного огня. А на днях боец из зоны специальной военной операции приехал в родной Южский район повидать родившуюся дочку. Встреча получилась очень трогательной. Из роддома маму Викторию с дочкой Юлией встречали активисты Комитета семей воинов Отечества. Наконец, семья увиделась и с папой. А это фото из Приволжского района. Еще один участник спецоперации приехал домой. Боец встретил из роддома жену сразу с двумя новорожденными дочками.